Фабрика VG, Virginia Trend, еще один производитель из венецианского региона, который в первую очередь, наверное, узнаваем в своей коллекции арабески, которая вот это такая форма одной пластины, которая повторяется во всех их светильниках, как бы такая капля, ну, условно. Это хрусталь, хрусталь асфур, высококачественный хрусталь, который блестит, играет, переливается всеми цветами радуги от источников света внутри, которые могут быть галогенные, светодиодные, в зависимости от задачи. И вы видите, что в первую очередь, да, узнаваемое это в форме яйца, этот светильник, повторяющий вот эту саму пластину, но также это могут быть круги, квадраты, настенные, подвесные светильники. Справа вы видите реализованный проект, там также вот световая стена сделана из квадратов, которые каждый из них также составлен из вот этой каплеобразной пластины. Разные цвета отделки этой пластины могут быть, но базовое это хром и глянцевое золото. Еще один вид светильников – это вот в прямом смысле традиционные венецианские люстры. Это классическое выдувное стекло плюс тканевые абажуры. Такая коллекция тоже может быть, и в зависимости от задач мы можем выполнить для вашего проекта какие-то видоизменения данной люстры. Также мы используем UVG и сочетание разных материалов. В данном случае это металл, стекло и ткань. И вот эти вот золотые плафоны – это стеклянные плафоны. В подтверждение этому вы можете увидеть следующий слайд, когда загорается свет. Такие золотые плафоны, да, становятся практически прозрачными, естественно, с небольшим отливом таким золотым. И, наверное, в первую очередь это вечерний свет для каких-то спальных зон или кулуарных зон, где нам не нужен яркий свет, а наоборот свет по сторонам расходится такой более золотистый, напоминающий вот это свет солнца золотистого, такого золотого бархатного заката, который нам позволяет уже как раз расслабляться после рабочего или какого-то другого проведенного дня. Сочетание металла, стекла и дерева, натурального дерева, шпона дерева, который входит внутрь диффузора, внутрь плафона в центре этого большого светильника, тоже может быть. Это, опять же, отчасти уникальный светильник, когда свет проходит сквозь шпон дерева. И вы это видите, и вокруг, да, у нас свет мягкий идет по периметру структуры круглой. Часть света от потолочного спота проходит через прозрачную часть диффузора, а в центре, да, чтобы не было такого пересвета, но при этом был, наоборот, тоже такой мягкий, может быть, желтоватый цвет света, мы используем деревянный шпон. Очень важно, что в этой коллекции есть несколько видов дерева, разный цвет шпона, и мы также можем выбирать при заказе, выбирать цвет металла. Очень интересное решение, очень необычное решение, натуральное решение, опять же, где-то, может быть, там в проектах, где много дерева или, наоборот, нужна поддержка из дерева, в том числе и в светильниках, рекомендую эту модель. А это пример разновидности уже нестандартного светильника, но немножко узнаваемого из предыдущей коллекции, когда мы этот круг разделяем на такие четверть, да, круга, полукруги и создаем вот такие композиции, которые нам также дают уже, ну, скорее, куда общественное, да, это пространство мы сразу себе представляем для таких проектов. Круги у нас могут быть в том числе и с использованием хрусталя, уже более такие воздушные. Вы видите, здесь цвет может быть отделки и медь, и, повторюсь, многие другие цветовые решения по металлу. Также и хрусталь может быть разной формы. Это уже нестандартные проектные решения, но которые также мы можем реализовать вместе с вами на фабрике VG. Это совсем классические решения, но которые также мы делаем для проектов. Вы видите узнаваемые формы потолочных светильников, настенных, и люстр такие могут быть в такой форме. Это все
действительно можно сделать для проекта, даже если вы зайдете на сайт и не увидите эти коллекции, ничего страшного, вы можете всегда обратиться к нам, и мы поможем вам в реализации проектов. Это просто вырезка из одного из проектов, как мы вам можем рассчитать ту или иную задачу, тот или иной светильник, представить примеры, да, это вот чертежа, когда мы говорим о люстре 1,5 на 3 метра, пятиуровневая, из стеклянных трубочек, проработанная в том числе и по свету, да, здесь вы видите, что это 24 прожектора КОБ-LED, то есть это как мощные встраиваемые светильники, которые умещаются внутри одной этой люстры, которые могут диммироваться, которые, благодаря которым как раз каждый этот уровень отдельно у нас будет засвечиваться с двух сторон, и вот эти переливы стеклянных трубочек будут максимально эффектны как раз благодаря расстановке и такому количеству этих светодиодных модулей. То есть, повторюсь, это в том числе также мы можем делать, и мы смело говорим, да, что с VG мы также можем работать по проектам, как и со всеми другими фабриками, которые мы сегодня уже посмотрели.